Мы очень рады приветствовать на конгрессе Минкеев руководителя Укрпочты Игоря Смелянского. Наверное, Укрпочта – это та организация, которая меняется динамичнее других. Спасибо. И вопрос такой. Какие изменения, какие тренды в изменениях? Назовите, пожалуйста, два самых главных. Самое главное – это увеличение значимости человеческого капитала. За умные, хорошие, эффективные мозги идет борьба не только теперь, знаете, когда это было в рамках города, да, потом в рамках области, потом было большое дело в Киев переехать, да, для кого-то. Сегодняшний день борьба за мозги, она идет на глобальном уровне. И вот поэтому, наверное, основной тренд – это постараться создать интересную работу, интересные условия для лучших сотрудников. Это первое. А второе – это, безусловно, цифровизация и обмен информацией. Да, вот, обмен информацией на сегодня, вот, я где-то читал статью, за минуту времени сегодня человек получает, там, по-моему, 54 раза больше информации, чем всего 10 лет назад, и это будет увеличиваться. И вот умение вести себя в обычной жизни и в бизнесе, получая такой огромный объем информации, умение его анализировать, очищая вот ненужную информацию от мусора какого-то, да, как газетку или книгу, открывая неинтересно. Поэтому вот умение разобраться и быстро ориентироваться в таком огромном потоке цифровой информации – это, наверное, такой тренд на будущее. Мы встречаемся в канун Нового года. Скажите ваше пожелание всем участникам на будущий 2018 год. Знаете, прежде всего, наверное, мира, здоровья, побольше позитивных дней в следующем году, потому что когда таких счастливых, хороших дней больше, тогда и жизнь лучше. Поэтому всего самого лучшего и побольше времени с семьей, на себя и нахождение того уязвимого баланса в жизни между работой и профессиональным развитием и еще много-много интересных вещей, которые сегодня окружают нас в жизни.